Лорен? Простите, Скотт. Зря вы не послушались, мистер Шелби. Предупреждал же, не лезьте в это дело. Ваш сын серийный убийца. Скольких он должен убить, чтобы вы его сдали? Горди не подарок, но он мой сын. У вас нет детей, мистер Шелби. Вы не в силах меня понять. Сами напросились. Расследование окончено. Совсем. Веревку не разорвать. Надо найти способ перерезать ее. Она без сознания. Я мог бы попытаться сжечь веревку, если бы только добрался до прикуривателя.
Назад! Не подходи! Стреляю! Сраный урод! Прошу, не... Тварь! Лорен мертва! И все из-за тебя! Стой! Стой! Умоляю тебя! Это твой придурок сын убивал детей! Он мастер оригами! Нет! Нет, он не виновен! Он не убийца! Не убийца! Чертов лжец! Говори правду! Нет! Пожалуйста, не бей меня! Говори! Не знаю, я клянусь, ничего не знаю! Нет, нет! Умоляю! Я скажу! Я все тебе скажу! Горби! Горди ищет развлечений, понимаешь? Он захотел подражать мастеру оригами. Он похитил парня. Слишком долго продержал его под водой. Несчастный случай. С каждым могло произойти. Он хотел поиграть. Горди признался. Он так плакал, так сожалел о случившемся. Что бы он ни сделал, Горди... Горди, мой сын! Кому он нужен? Что? Да тот убитый мальчик. Кому он нужен? Уличный сброд их, как собак нерезанных. Ах ты, дерьмо собачье! А как же Джон Шепард? Зачем носить цветы на могилу? Мне принадлежала стройплощадка. Не могу забыть. Ношу цветы на могилу уже 30 лет. У Джона был близнец. Что с ним стало? Не знаю. Вроде бы отдали другой семье. Его мать, наверное, знает. Ее зовут Анна Шепард. Лорен, жалкая шлюха. Ты быстро ее забудешь. Лучше работай на меня, Шелби, я хорошо плачу. Купишь девчонку на свой вкус. Не смей марать ее имя. Слышишь? Не смей. Мое сердце. Сердце. Скорей. Мне нужны таблетки. Там, в ящике. Спасибо. Ты спас меня. Я жалею об этом.